7 августа стартовала летняя педагогическая школа для студентов, будущих педагогов. Второй год этот проект проходит в рамках Международного фестиваля школьных учителей. Уникальный формат коворкинга объединил студентов университетов Белоруссии, Глазова, Ижевска, Елабужского института КФУ, педагогических колледжей Татарстана. В спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник» в рамках программы «Молодой учитель. Закрепление в профессии» проходят тренинги и мастер-классы. Мы своеобразный проект составляем. Суть его заключается в том, что они показывают, как они себе представляют организацию с детьми проектной деятельности. Это очень важно, сложно, потому что этому еще пока никто не учит. И новые примерные программы общеобразовательные для школ предполагают, что по всем предметам и в начальной школе, и в основной общеобразовательной, в школе средней, должны выполняться детьми проекты. Наши сегодня слушатели – это будущие педагоги, будущие учителя, которые принесут свои знания детям, которые будут строить в будущем нашу жизнь. И вот хотелось бы дать им тот пласт культуры, который уже наработан человечеством, дать им тот пласт истории, может быть, символики, тех знаний, которые иногда даже уже утеряны. Хотелось бы, чтобы они создавали свою культуру, интересную, чистую, светлую, добрую, красивую. Модераторами выступили ученые практики России, Белоруссии, США, Германии. Те формы, которые используют в Германии, мы должны их перенимать, мы должны как-то модерировать, изменяться, видоизменять, потому что дети, на самом деле, они вырастают сейчас совершенно не такими, какими даже были мы в свои годы, да, а совершенно другие. Им нужно немножко все по-другому предоставлять. Поэтому нужно учиться, перенимать знания и только идти вперед. Для нас проводят каждодневные занятия, приезжают педагоги, тьюторы из других стран. Мы изучаем их тонкости образования, обмениваемся опытом, узнаем много нового и интересного. И очень рады, что мы попали в эту летнюю педагогическую школу, прежде всего, потому что очень хорошая погода, нам повезло. Из-за того, что мы получаем новые знания, огромное спасибо нашему университету. Летняя педагогическая школа успешно соседствует с республиканской летней физико-математической школой. У студентов есть возможность не только разработать инновационные проекты, но и апробировать их на одаренных школьниках. А еще определить эффект в неформальном общении. Валентина Безбрязова, Айдар Салихов, пресс-служба Елабужского института КФУ.